Говорят, кардио полезно не только расходом энергии на самой тренировке, но и после. Тело тратит куда больше калорий на восстановление. Так ли это? Есть такой эффект, который называется избыточное потребление кислорода после тренировки. Действительно, после тренировки повышается метаболизм от 3 до 24 часов. Но насколько сильно? Потребление кислорода организмом после тренировки составляет только от 6 до 15% чистых общих затрат кислорода во время упражнений. На основе этого исследования мы знаем, что бег на 1600 метров тратит 115 калорий. Если вы бежите трусцой со скоростью от 7 до 9 км в час, потратите 575 калорий. А метаболизм увеличится после тренировки всего от 34,5 до 86,25. Не так уж и много получается, особенно если бегать не каждый день. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!